Так называемое правительство Севастополя попросило руководителей городских промышленных предприятий рассмотреть возможность отключения от общей сети подачи электричества. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства Севастополя Олег Казурин. Дана команда рассмотреть вопрос о возможности отключения промышленных предприятий от энергосообщения и переводе их на дизель-генераторы. Это сейчас изучение, а не отключение, сообщил он. По информации Крыминформа, по распоряжению администрации Симферополя было прекращено электроснабжение 30 крупнейших промышленных предприятий столицы. Среди них завод «Фиолент» и «Крымтроллейбус». Также сообщается, что на городских нефтебазах Севастополя в настоящее время запасы горючего составляют более 15 тысяч тонн, и их якобы должно хватить минимум на 30 суток. По мнению так называемого губернатора Севастополя Сергея Миняйла, запасов топлива в городе хватит для обслуживания всех резервных источников питания на протяжении всего периода чрезвычайной ситуации. Он добавил, что как только автомобильные заправки Севастополя будут оснащены генераторами электроэнергии, очереди на комплексах исчезнут. Однако горожане жалуются, на тех заправках, где есть все же свет, топлива не наблюдается. Такую картину они уже видят третьи сутки.